Приветствую всех жителей и гостей канала Hard City. У микрофона снова Андрей, и мы с вами продолжаем проходить игру Fallout 4 на максимальном уровне сложности в режиме выживания. Я уже дошел до Sanctuary, провел здесь некоторое время, чтобы сохраниться и восстановить силы. И, собственно, оставить здесь уже Power Armor и забыть про него как про страшный сон. Сюда уже пришли эти минитмены. Здесь же находится представитель Волтек, которого мы забрали в добрососедстве. Сказали ему прийти в санктуарий. Ну, собственно, пора сдать квест. Смотрим по интеллекту у нас. 18. Все отлично, можно сдавать. Хватит там насвистывать, слышь. Эй, рад снова тебя видеть. Я ждал тебя в гости. Зря мы сразу не послушались матушку Мерфи, она выбрала хорошее местечко. Я думаю, здесь можно поселиться, сделать это место нашим домом. Что скажешь? Мы здесь жили. Да, мне нравилось здесь жить. Еще до войны. В каком смысле до войны? Ты хочешь сказать? Что скажешь? А что я, по-твоему, хочу сказать? Ну, что ты еще из той эпохи, до войны, до Великой войны. Прямо как те старые гули, которые бродят по Содружеству. Так, что ли? А гули? Да, я встречал и таких. Видимо, гули не стареют. Радиация их консервирует, что ли? Ну, ты-то, понятно, не гуль. Просто так чудно разговариваешь. Я поэтому и спросил. Не, ладно. Да, вроде того. Я родился больше 200 лет назад. Потом меня заморозили. Все эти годы мне пришлось провести в холодильнике. Черт, значит, ты прямо как довоенный гуль. Да, ты это уже говорил. Заморозили, значит. А кто-нибудь еще с тобой был? Маленький ребенок? Только мой сын. Кто-то похитил его, а потом меня опять заморозили. Ты не видел никого с маленьким ребенком на руках? Черт, мне очень жаль. Нет, я ничего про похищенных детей не слышал, но если что, я тебе сразу дам знать. В общем, я рад, что ты здесь. Минута тишины. Если ты не против, я бы хотел попросить еще об одной услуге. Одному поселению требуется помощь. Они до сих пор надеются, что в этих краях еще остались минитмены. Если мы хотим возродить минитменов, нужно доказать людям, что они могут на нас рассчитывать в час нужды. Беда в том, что у меня и здесь дело не в проворот. Сможешь им помочь? Сарказм. Чудненько, я просто обожаю спасать беспомощных поселенцев. Дело не в том, что они беспомощны. Просто иногда нужно давать им понять, что они не одни в этом мире. Для этого и создавались минитмены. Кстати, если хочешь нам помочь, поговори со Студжерсом. Уверен, он тебе не откажет. Да. Давайте еще, кстати, поговорим. А где кроссворд? Я хотел поговорить с кроссвордом. А кроссворда-то и, собственно, и нет. Колыбель Шона. Я иду, дружище. Я когда-нибудь приду. Обязательно. Наручники? Чем мистер и миссис Говард занимались? Так, Студжерс, ты где? Давайте сразу выполним задание поговорить со Студжерсом. Так. Слышь, хочешь поработать? Да, конечно, бля, я мечтаю, нахуй. Работа — это здорово, я могу дни напролет смотреть, как другие работают. Для начала неплохо бы изготовить нормальную кровать, Пайпер это не понравилось. Да что такое, мы слишком... Ладно, хорошо, без сарказма, да? Я с радостью помогу. Хорошо, договорились. Теперь это ей понравилось. Нам просто нужна крыша на полу. Да. Обязательно. Когда-нибудь, обязательно я... Сделаем все по-людячи, так сказать. А пока вот, на улице. На асфальте. Hey, Sturgis. Мне нравится. Теперь людям есть где прилечь. Это поднимет им настроение. Что нам теперь нужно, так это постоянный источник воды. Будет сделано. Да, спасибо, пожалуйста. Так, просто поставим колоночку с водой. Я в прошлой серии говорил, что нам неплохо бы поставить водоочистные вышки, но это не получится сделать в силу того, что мы не качали нужный перк. Когда-нибудь, когда
Когда-нибудь мы вернемся сюда и сделаем здесь все по красоте. А пока сделаем просто, чтобы выполнить квест. Так, где этот... А, мало воды еще надо. Ну ладно. Две колонки поставим. Теперь достаточно? Где? Студжерс. Студжерс. Отлично, теперь у нас есть источник чистой воды. Надеюсь, ты не откажешь мне еще в одной услуге. Наш запас пищи на исходе. Чтобы мы смогли здесь надолго обосноваться, нужно посадить что-нибудь съедобное. Хорошо. Я начну прямо сейчас. Хорошо. Так, надеюсь, у меня есть что посадить. С собой. Во, есть несколько бритвозлаков, это хорошо. Сейчас закинем. Здесь и посадим. Что еще есть? Кукуруза есть. Морковка даже есть. Еще и тошка есть. Так, только почему-то никто не хочет это обрабатывать. Правильно я понимаю? А, нет, все нормально. Не-не-не-не-не, подожди, Гуль. Студжерс. Это место все больше походит на настоящий дом. Теперь мы сможем выращивать еду, а значит и закрепиться здесь. Проблема в том, что чем лучше мы будем жить, тем больше будет у рейдеров причин на нас напасть. Нам нужно организовать оборону. Может, тут Престон тогда хоть немножко расслабится. Да, хорошо. Спасибо, всем станет намного спокойнее. Конечно, сейчас станет. Я делаю это просто, чтобы выполнить квест и получить экспу. Типа, обычно я, конечно, получше все строю. Но сейчас просто нет на это времени. Кому будет интересно на запись смотреть в реальном времени, без ускорения, как я строю здесь человеческий город. Так, ты, давай на посты, охраняй. Вечно этот студжерс куда-то уходит. О, Котсворт, кроссворд. Дорогой Кадр. Человек. Мистер Говард, с возвращением, сэр. Надеюсь, поход в Конкорд был не бесполезен. Так, когда это было? В январе, кажется. Новые друзья. Можно и так сказать. У меня появились несколько новых друзей. Да, можешь стать нашим спутником, но потом как-нибудь. Спасибо тебе. Мы будем крепче спать, зная, что у нас есть защита. Пусть наш путь наш был долгим, но да, кажется, мы нашли его. Дом. Здесь хорошо. Приятно помочь. Ну, это хороший человек. Разумеется, ты в этом доме желанный гость. Для тебя моя дверь всегда открыта. И окна тоже. Да и в стенах, строго говоря, есть проходы. Пожалуй, мне стоит вернуться к работе. Береги себя. Хорошо. Задание выполнили. Соответственно, можем отправляться дальше. Котсворту это понравилось, Пайпер это понравилось, всем это понравилось. Так что все отличненько. Быстренько сохранимся. Так, стоп. А где была кровать? А, здесь. И отправимся. А отправимся мы с вами. Нет, не помогать поселенцам. Хотя это тоже можно было бы сделать. Но у нас есть дела куда поважнее. Мы заберем еще кое-что, что нам пока что жизненно просто необходимо. У нас уже есть халат, есть ушанка, есть дорожные очки консервы, есть пупс на интеллект, есть пупс на ловкость. Но кое-чего нам не хватает. Спросите, чего именно? Хорошего оружия, потому что... Мачете это, конечно, здорово. Это прикольно. Тесак. Все выглядит круто. Но он достаточно медленный. Нам нужно оружие побыстрее. И желательно, чтобы уроном не уступало мачете. Поэтому отправляемся за ним. В дороге я наткнулся на рейдеров, которые заспавнились недалеко от полицейского участка. Ну, я не могу себе отказать в том, чтобы... зафармить немножко тварей на рейдера, получить немножечко опыта. Где-то здесь еще был. Теперь мы уже практически как маньяк.
Налетаем сзади. Бам. И... Неплохо. Да, здесь, собственно, больше ничего особо интересного. Записку рейдера можем взять. Давайте сразу заодно и прочитаем, что там написано. Записка рейдера. Говорят, Backstreet Apparel нынче процветает. Не так давно местная банда хорошо нажилась. Если ударим посильнее, можем неплохо подзаработать. Ну, когда-нибудь мы, может быть, тоже туда ударим посильнее. Но сейчас мы продолжаем наше движение. Ну вот мы, собственно, уже и на месте. Здесь куча рейдеров. Вот, собственно, и подтверждение моих слов. Рейдер-тварь для нас уже не кажется серьезной проблемой, потому что умирает уже с одного удара. Там наверху есть кровать, но чтобы ней воспользоваться, для начала нужно покончить с рейдерами, которые находятся вокруг. Хорошо. Так. Интересно, они всерьез не видят Пайпер в силовой броне и с миниганом? Да, наверное, всерьез не видят. А, обдолбались, как обычно, это же рейдеры. Так, рейдер вообще обычный самый и еще один самый обычный. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было вообще неожиданно. Повезло, что не погибли. А, ну с рейдерами здесь уже покончили, да? Пайпер быстренько порешала. Галерея Пикмана, собственно, нам нужна. И нам нужен непосредственно сам Пикман. Только для начала нам нужно сохраниться, потому что у меня такое предчувствие есть, что внутри этой галереи нас будут просто убивать. Как жуков. Жестоко убивать. Так, по-прежнему не можем спать, потому что нам нужно еще зачистить эту кафешку, которая находится рядом. И сделать это тоже нужно крайне аккуратно, чтобы не погибнуть. Так, ну на этого понадобится один удар, тут один удар. В принципе, должно хватить всего. И сюда все остальное. Хорошо, отлично. По одному удару и справились. Крышка, крышка. Это все нормально. Крысиный яд. Сразу вспоминаю про Пайпер почему-то. Когда вижу крысиный яд. Ладно, поднимаемся, сохраняемся и идем, собственно, в галерею. Пикман нас уже заждался. Заодно, кстати, можно будет после этого зайти в добрососедство и сдать квест, который связан с этой локацией. И получить за это еще опыта. Так, ну-ка попробуем. Тихонечко, тихонечко. Отлично, ватс вообще не сработал. Классно, классно. Вот это я понимаю. Отметил в ватсе всех. А ватс вообще забаговался и не сработал. Голову ушибли. Надо срочно лечиться, воды нет. Плохая локация. Здесь постоянно какие-то проблемы с Ватсом происходят. Он вечно здесь багуется. Но я надеюсь, Пайпер там сможет выровнять ситуацию. Она все-таки с миниганом и в силовой броне. Я ей отдал миниган, который мы взяли в музей в Конкорде. Вроде она там неплохо их крепит. Блять, откуда? Надо прятаться. Заметили. Ты справилась, Пайпер? Пайпер?
Пайпер, ты как, вроде справилась? Визитки Пикмана везде, он здесь, кто не знает, он здесь, короче, над рейдерами издевается. Притом, издевается жестоко, он больной просто. Максимально больной. А с этой дверью... Вот это я тут истории рассказываю, блядь, под перестрелки. Ладно, надо сконцентрироваться. Я хотел сказать, что эта дверь весьма опасна, она где-то заминирована, и я не знаю где. Если ее открыть, будет большой кабул. И вас разорвет на части. Поэтому кто будет это делать с внутренней стороны, вот с этой, это опасно. Так, внутри кровати есть только на верхнем этаже. А по дороге нас ждут еще рейдеры. Собственно, где-то здесь должен быть. Это мертвый. Рейдер-мусорщик. Должны. Обязаны справиться. Отлично. Зарезали просто. Так, ну теперь уже безопасно можно рассказать по поводу того, что Пикман маньяк. И, собственно, видите, что он творит? Он приковал рейдера наручниками к кровати. И что с ним сделал, непонятно. А на низу картины. Ну, они, собственно, будут везде попадаться. Которые сделаны из живой плоти. Он даже Пайпер в шоке говорит, о боже. Он жестокий и поехавший человек вообще, абсолютно. Поехавший. На кровати сейвимся. Больше нет рейдеров. Просто мне казалось, что на верхнем этаже тоже кто-то должен был быть. Ну ладно. Ой, кстати, две бутылочки очищенной воды. Это просто... Аж в горле пересохло. Когда увидел водичку в игре. Так, засейвились. Чё по времени игровому? Сколько сейчас? 2 часа утра. Да, я думаю, нам хватит до 6. Должно, по крайней мере. Ну, даже если что, то не страшно. Сюда мы все равно идем не ради опыта, по большей степени, а ради ножа, который нам Пикман должен подарить. Вот очередные картины этого больного. С рейдерами разобрались. Как видите, это несложно. Пока мы не дошли до более серьезных рейдеров. По типу выживальщиков и еще кого-то. Собственно, я думаю, здесь мы выживальщика точно встретим. Я пока только мусорщик. Ха, странно, а голос был, если вы заметили, мужской. А здесь была женщина-рейдер. Заметили? Голос говорил мужской. Пикман, где ты? Хотя, может быть, это был трап. Так сказать, девочка с сюрпризом. Пачка сигарет, кумикс, стимулятор, вода. Вот здесь еще немножечко опасно. Тут светло. У нас огнестрел какой-нибудь есть. Есть спаситель. В принципе, спаситель это неплохо. Да, думаю, могу. Одного уже хедшотом снял. Рейдер, ну, у нас выстрелов столько, Вальцы обязаны, блядь, убить. Целая куча выстрелов. Ну, я же говорил. Все отлично. Хотя опасность еще. Видно, впереди нас кто-то спалил. Это лучшие тайные агенты. Мужик в ушанке и халате, жирный. И девочка в силовой броне.
Ким Икс. Незаметно. Что-то кричат. Что-то нервничают рейдеры. Ну, оно и понятно. У них здесь проблем хватает. Они пытаются разобраться с маньяком, который их крошит на винегрет. А тут появляется еще один, который режет их в спины. Не самая лучшая ситуация для рейдеров. Им бы сейчас вообще уйти. Просто дать мне возможность забрать нож. Так, еще. Еще кто-то. Хорошо. На самом деле, вроде бы по пуле хватает обычным рейдерам, но я, чтобы не рисковать, выпускаю на всякий случай еще вторую. Потому как у нас ситуация крайне небезопасна. Без брони. Уже в сотый раз за эти серии вам скажу, что у нас брони нет. Один удар, и мы трупы. Мы все просто моментально становимся трупами. Один удар, и все. Что у нас там? Турель и рейдер-выживальщик тоже имеют. С турелью разобрались. Сейчас на этот шум должны будут прийти рейдеры. Как ты вообще видишь, куда мы идем? Да ты слепая, что ли? Ну, сними шлем, если тебе не видно. Только не вздумай включать фонарик. Это выживальщик? Нет, это мусорщик. Там еще выживальщик. Ладно, прыгнем, рискнем. Кина, сдавайся уже. Не-не-не-не-не. Не, не дождешься. Давайте спрячемся. Блин, Пайпер нам весь проход закрыла. В случае чего. Да какой, блядь? Ну хотя бы оружие выбил, это уже хорошо. Будет шанс уйти под винтом просто. Ой-ой-ой, вот это повезло на самом деле. Просто что я выбил у него оружие из рук. Если бы не выбилось оружие, была бы конечная просто. Потому что это, ну, ошибка была. Меня, короче, Пайпер перекрыла, я не успел выйти. Плюс еще нажимаю ВАЦ. А в ВАЦе сразу выделяется вместо рейдера мина, которая лежит рядом. Ну, короче, чисто повезло. Закончилось бы все это печально. Так, здесь имеется матрасик. О, 4 ядерных блока. Вот это я понимаю. Слышь, иди сюда. Забери блоки, мне тяжело. Пайпер. 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 На. Забери это. Скорее забери. Они тяжелые. И ты брать не хочешь. Ладно. Тогда воспользуемся фичей. Так, ядерные блоки сюда. Слышь? Обыщи ящик. Grab anything useful. Да-да-да, давай-давай. Check it out. See if there's anything there. Их сколько там единиц было? Take anything good. Get that. Еще? Pick that up. Все, отлично. Соответственно, сохраняем. Уже 5 утра. И теперь спускаемся к Пикману. За нашим ножом. Наконец-то мы тебя взяли, Пикман. Думал, мы позволим тебе безнаказанно пытать и убивать наших товарищей? Ну, нам это, собственно, не особо интересно. Но вот так вот делаем. Блять, она просто перекрыла мне выход, я не могу отойти назад. Нас сейчас могут убить. Блять, еле протиснулся, серьезно. Она просто такое западло сделала. Хорошо. Легендарного тоже спалили. Что тут есть? Стимулятор. Гибельная. Гибельная это что дает?
Уменьшение урона от болотников, ну и бесполезное. Так, еще один пункт с взлом. Легче скрывать замки. И журнал. Потрясающие крутые истории. Сопротивление ядом плюс 5. Хорошо. Пикман. Еще бы чуть-чуть. Спасибо тебе. Да, смерть для них слишком легкое наказание. Не знаю. И тем не менее, ты убиваешь без колебаний. Я перед тобой в долгу. Мне все равно. Хочешь, бери, не хочешь, не бери. Решать тебе. Если ты опять будешь в моем доме, загляни за картину «Пикник для Стэнли». Там будет ждать тебя моя благодарность. Лишним не будет. Ключ Пикмана. Хорошо. Начато задание «Подарок Пикмана». Собственно, пойдемте заберем подарок. Достаточно легко прошли, на удивление. Я думал, будут с этим у нас проблемы. Учитывая, как было, блин, в других намного менее сложных локациях, то я удивлен, что здесь мы как-то вообще без проблем разобрались. Знаете, я уже начал думать, что игра зависла. И что мне придется перепроходить. Это была настолько длительная загрузка просто. Вы себе представить не можете. Я-то, конечно, ее вырежу. Но это был просто кошмар. По-моему, блин, ну... секунд, наверное, 40 какого-то мучительного ожидания. Я уже всерьез думал, что мне придется переигрывать. Так, давайте я лучше сохраню, а то мало ли, но... игра все-таки хорошая, но ненадежная. Она может вылететь в самый неподходящий момент. Пока что вроде бы такого не бывало, но когда я играл без записи, такое случалось. Так, где наш подарочек? За картиной. Вот, кстати. Можете заценить его картина. Я, кстати, на все никогда не смотрел. Можем сейчас и заодно посмотреть. Красный с черным. Мне нравится. Правда, он еще желтый добавляет в чистоте. Что тут скажешь? Больной ублюдок. Сейф Пикмана. Благодарственная записка. Это все хрень, крышка и клинок. Это мы забираем. Да. Сейчас рассмотрим его поближе, получше. Так, сравним с нашим тесаком. Собственно, наш тесак. Урон 23, скорость средняя. Клинок Пикмана. Смотрите сами. Урон 25, скорость быстрая. Идеально. Лучше просто не придумать. Он и быстрый, и урона в нем больше. О, в гробу кто-то лежит. Даже с цветочками. Веселый парень. Еще и помимо этого, цели получают 25 единиц дополнительного урона от кровотечения. Ну, по-моему, тут все само за себя говорит. Даже объяснять ничего не нужно. Теперь мы реально сильные. Но они суперсильные. До имбы еще, конечно, далековато, но уже можем кое-как справляться. Так, продолжаем. С ножичком у нас теперь все получится просто отлично. Так, сколько времени сейчас? Уже утро. А нам надо бы, чтобы был вечер. Хорошо. Вот и вечер. Запеченного дутня, парочку кексов. И раз мы здесь рядом, то встретимся с дьяконом в подземке. Они нас должны полноценно принять свои ряды подземистов. Локацию-то мы зачищали. По идее, там никого быть не должно. Ну, я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Хорошо. За это нам дадут экспу. Возьмем какое-нибудь задание и постараемся в этой серии еще сдать квест в добрососедстве по поводу галереи Пикмана. Там надо просто прийти и рассказать, что там происходит.
А еще новенький меня подлатал, перебросил через плечо и прорвался через комплекс, битком набитый синтами. И все это с тобой на плече? Потрясающе, да? Можно и так сказать. Дьякон сказал, тебе в одиночку удалось спасти прототип Каррингтона, отключить мины и истребить сотню синтов первого поколения. В этом есть хоть малая доля правды? На самом деле, блин, практически все правда, но ладно. Расскажем правду. Почти все правда. Просто синтов было меньше сотни, и Дьякон все время был рядом со мной. Опять приукрашиваем правду, да? Между прочим, она бы точно повелась. Не мсти себе. И все же, я думал, Дьякону понадобится целый отряд, включая Глорию, чтобы достать прототип. Но вы вдвоем зачистили весь коммутатор. Будет глупо не пригласить его к нам, Дез. Тебе удалось произвести впечатление на Дьякона. Он ни о ком еще не отзывался и не врал так лестно, как о тебе. Добро пожаловать в подземку, агент. Вступить. Спасибо за приглашение. Похоже, нам повезло, что ты на нашей стороне. Итак, ты с нами. Теперь определимся, как тебя называть. Мы живы только потому, что хорошо шифруемся. И кодовые имена нужны именно за этим. Итак, какое имя выбираешь ты? Профессор. Блять. Профессор. Конечно, профессор. Зовите меня профессор. У тебя явно ума палата. Профессор так профессор. Твой первый официальный приказ — доставить доктору Каррингтону прототип и узнать, не нужна ли какая помощь. Но сначала познакомься с нашими ребятами. Дьякон теперь может стать вашим спутником. Дьякон в восторге, кстати. А Пайпер это понравилось. Она сказала, что я не идиот. Ну, что сказать? Наконец-то заметила? Нет, я не в этом смысле, просто я бы не отказалась от помощи. Обычно я ни с кем о таких вещах не разговариваю, но ты вроде бы хорошо понимаешь людей, и у меня есть одна проблема. Надо немножко ускорить, потому что у нас там инфекция прогрессирует, как бы, а антибиотиков нет. Моя сестра Нат, она становится такой же, как я. Она что, синт? Погоди, становится такой, как ты? Хочет занять твое место? Она что, синт? Мне будут сниться об этом кошмары, но нет, она не синт. Я о том, что она собирается пойти по моим стопам. Ты же видишь, как мы живем, без обид, комбез, но забота о собственной безопасности — это не про нас с тобой. Я не хочу, чтобы она стала такой же, как ее старшая сестра. Не хочу, чтобы ей приходилось постоянно уклоняться от пули и убегать от разозленных людей. Отчасти поэтому я столько времени провожу в дороге. Отчасти поэтому я сейчас с тобой. Я просто надеюсь, что если мы будем редко видеться, то она немного остынет. Снова станет милой, невинной Над, разносчицей газеты и примерным гражданином. Что мне делать, комбез? Ее не изменить? Пайпер, не тебе решать, какой станет Над. Она сама это решит. Ты можешь только выбрать, хочешь ли ты быть частью ее жизни или нет. Да, пожалуй. Ее жизнь — это ее выбор. Спасибо, комбез. Кто бы мог подумать, что путешествия с незнакомцами могут приносить такие плоды. Таких людей сейчас уже не делают. Ты офигенный друг, ты знаешь это? Да, попробуем пофлиртовать, у нас ничего не получится, и обосремся. Просто друзья, да? Ну, зато друг на всю жизнь. Ну, или пока ты меня не разозлишь. Ну ладно, еще раз спасибо за то, что даешь мне выговориться. У меня прямо капец с души. Ну что, пошли? Да, пошли. Собственно, я бы уже взял, конечно, Дьякона. Но дело в том, что нам нужно сначала довести отношения с Пайпер до максимума, чтобы получить ее перк. Поэтому придется пока что бегать с ней. О, нам доступен третий ранг высшей лиги. Отлично. Его и прокачаем. Холодное оружие на 60% больше урона и имеет повышенный шанс разоружить противника. Это отлично. Так, Дьякон, я надеюсь, ты зайдешь. Мы тут как бы квест возьмем, немножечко пообщаемся с местными людьми. Заодно нам нужен врач, чтобы избавиться от инфекции. Это и есть наш штаб. Не так удобно, как в коммутаторе, но зато здесь безопасно, и мы предприняли все меры предосторожности. Тут сейчас полный хаос, так что найдется, чем тебя занять. Отлично, вы живете в катакомбах? А, это ж, блин, они под церковью живут. Тут люди похоронены. Так. А где Дьякон? Он желательно должен присутствовать при наших разговорах, чтобы заодно и с ним прокачать отношения. Подождем его.
Потому что его бы отношения тоже нам не помешали. Это профессор. Он участвовал в операции в коммутаторе вместе с Дьяконом. Начиная с этого момента, он наш полноценный агент. Помогите ему побыстрее войти в курс дела. Можете знакомиться. На этом все. Избранный тобой путь не из легких, но помни, у тебя есть друзья. У тебя есть друзья. Да, конечно. Так. Здравствуйте, техник Том. Сенсоры говорят, что все чисто. Ура, никаких жучков нет. Сканировал? Да всем, что ДЭС разрешает мне использовать. Полное электромагнитное сканирование, биологические тесты и другие высокотехнологические средства безопасности. Проверка показывает, что институт не следит ни за тобой, ни за нами. Но тесты врут. Так, доводилось ли есть что-нибудь там снаружи? Если да, то они до тебя добрались. Ну... Нетерпеливо. А в чем проблема? Институт пихает в еду своих маленьких микроскопических роботов, и они им все о нас рассказывают. Том, это полная чушь. Каррингтон, ты ничего не понимаешь. Институт же у тебя в крови. Это ужасает. Если это правда, то это кошмар. Если бы у него были хоть малейшие доказательства, то да, был бы кошмар. Ладно, ладно. Если хочешь быть в безопасности, я сделаю тебе укол. Дес Демона, говорит, что это не обязательно, но укол убьет этих мелких роботов. В этой вакцине кислота из аккумулятора. Нельзя взорвать омлет, не облучив пару яиц. Ну что, делаем укол? Желательно да, но нужно подождать сейчас, пока инфекция еще раз нанесет урон. Ну, сейчас уже должно быть. Просто если мы сейчас сделаем укол, и сразу после этого будет урон от инфекции, мы просто моментально умрем. Нужно подождать. Все в порядке? Кивни, если тобой управляет институт. Блин, ну когда? Когда? Во, отлично, сделаю укол. Вот это разговор. Давай быстрее, пока инфекция опять не начала прогрессировать. Пока мы не умерли в конвульсиях. Да. Спасибо за помощь. Пайпер это не понравилось. Странно. Ну да ладно, это не важно. С Пайпером уже на ты. Уже все нормально. Где квантовая ядеркула? Так, и доктор. Доктор, мне надо помощь. Такое достать серьезное достижение, но не в этом дело. У тебя нет никакой подготовки, нам практически ничего тебе не известно, при этом ДЭС позволил тебе присоединиться к нам. Могла хотя бы посоветоваться со своим заместителем, но что сделано, то сделано. Раз уж ты здесь, пора нагрузить тебя работой. Я могу помочь. Одному из наших агентов, старику Стоктону, требуется помощь с беглым синтом H2-22. И штабу приходится решать чужие проблемы, потому что кое-кто не в силах это сделать самостоятельно. Старый параноик даже не говорит, в чем проблема, настаивает, чтобы мы получили сведения из тайника. Он не просто так стал параноиком. Возможно, у его паранойи есть основания. Возможно. Но он уже раз 10 срывал наших агентов с места без всякой причины. В подземке есть тайники, почтовые ящики с особым знаком. Мы используем такие тайники как средство связи, так что всегда обращай на них внимание. Когда свяжешься со Стоктоном, он не обратит на тебя внимания, пока не дашь нужный отзыв на пароль. Пароль у нас, у тебя есть счетчик Гейгера, а отзыв, он сейчас в ремонте. Надеюсь, хоть этому тебя Дьяко научил? Разумеется, научил. Он научил меня всему, что мне надо знать, включая и это. Надо же, наш патологический лгун не полностью забил на твою подготовку. Стоктон — выдающийся бизнесмен в Банкер-Хилле. Тайник будет где-то в этом районе. Чтобы быстрее туда добраться, воспользуйся черным ходом через тоннель. Хорошо, забрать закладку. Капец. Успеем забрать закладку? Мне надо... помощь. Ну ладно, я хочу помочь. Ладно. В общем, тебе здесь не место, это не вопрос твоей компетентности, это важно для безопасности организации в целом. Ты не пожалеешь. Да, вы рискуете, принимая меня, но я докажу, что это правильный выбор. Посмотрим. Ну раз уж ты все-таки здесь, придется и за тобой присматривать. Если будет нужна медпомощь, обращайся. Да я за этим-то и обратился. Ловлю тебя на слове. Боюсь, я буду пользоваться твоими услугами чаще. Да уж, вы с Глорией сможете полностью загрузить мне работой. Дам тебе один совет. Учись импровизировать. Твои приказы часто будут недостаточно четкими. Умаслить его? Я не знаю, что такое умаслить. Ну давайте попробуем. Кажется, ты умнее остальных в штабе. Что ты имеешь в виду под недостаточно четкими? Скажу лишь, что наш раз... А, я понял. Подлизаться, типа. Ну, когда я уже использовал этот вариант, я понял. Но у нас в любом случае никогда не хватает харизмы. В
вылечи меня. У меня инфекция. Залечить раны. Да-да-да, давай. Вылечи нас, и мы пойдем в добрососедство. А потом уже пойдем по тайникам, по вот этому всему. Ну давай тогда уже и облучение. Гулять так гулять. Это правильнее было бы, конечно, в другом порядке, значит, лечение, но уже ладно. Как есть, так и есть. Не страшно. Нет, все, больше меня ничего не интересует. До свидания. Так, здесь, кстати, есть матрас, где можно сохраниться. Какой-то из этих. Вот. Заодно чего? Покушать чего-нибудь сразу? Наливных яблочек. И, собственно, отправляемся в добрососедство. Итак, мы с вами находимся в добрососедстве в старом Капитолии. Надо пообщаться, поговорить с местным мэром. Да, да, это она все пишет. О, наркотики, сигареты, алкоголь. Хорошо живете, господин мэр, я присяду рядом. Пообщаемся так поближе. Жаль Финна, нам будет его не хватать. Работа. Я ищу работу. Работу? Знаешь что, нужно провести разведку. До меня дошли странные слухи насчет места под названием Галерея Пикмана. Это территория рейдеров, но они что-то в последнее время притихли, и мне от этой тишины неспокойно. Сходи, разузнай, в чем дело. Мне уже довелось там побывать. Вообще-то я недавно оттуда. В натуре? Здорово. И что же там было? Это ужасно. Господи, это было ужасно. Пикман серийный убийца. Ваял произведение искусства из трупов. Ого, серьезно? Ну и жуть. Даже по меркам нашего городка перебор. Я предупрежу людей, чтобы не совались туда. Молодец, попасть в ад и вернуться оттуда живым — это достойно похвалы. Вот твои деньги. Еще и деньги, плюс опыт. И Пайпер это понравилось. По-моему, замечательно просто. Пайпер, да? Пайпер. Что вообще думаешь? Похоже, тебе нужно немножко калорить. А думаешь, что? Как я вообще ухитрялась путешествовать без тебя, комбез? Неважно. На этом все. Неважно просто, как ты... Здравствуйте. Неважно, как ты умудрялась это делать. Ну, собственно, нас ждет задание «Ночной Бостон». Нам нужно будет забрать закладку. Цель миссии интересная. Нам нужно забрать закладку. Но сделаем мы это немножко позже, а все потому, что время серии уже подошло к концу. А это значит, что я вынужден с вами по... Но сделаем мы это немножко позже, а все потому, что время серии уже подошло к концу. А это значит, что я вынужден с вами прощаться. Вы же подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И всем до новых встреч, дорогие друзья. А точнее, до следующей серии по Fallout 4. Всем пока. Yo, 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 yo